Лучше представлять, что поешь забавную песенку. Ну тут как минимум «Розовое вино 2», судя по всему. Это единственный саундтрек, который подойдет. Посмотрите, пожалуйста. Пепочка, родимая! Какие салоны красоты ты посещала, чтобы вот так прекрасно выглядеть? Родная моя. Так, ребята, у кого-то зарядка есть? Кому надо зарядить телефон? Вот, пожалуйста, прям вот сюда. Вообще идеально просто. Все, и айфоны, и андроиды, все заряжает по полной программе за секунду. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и видите ли вы эту замечательную, прекрасную мордашку, утонченную, интеллигентную, аристократическую. Это свинка Пеппа. Свинка Пеппа, которая поступила, по-видимому, в элитный колледж, стала чрезвычайно гарвардски образованной, умной. Мультик называется «Я могу считать до трех», мы смотрим его на канале Zaru. Это перевод с канала Mid Canyon, оригинального, скажем так, оригинала, если можно так выразиться. Сейчас будем погружаться в эту атмосферу доброты и милоты. Ссылка на оригиналы, русский и на английский, в описании под видео. Переходите и поддерживайте авторов. Я могу считать до трех. Охренеть, там свиньи-оргию устроили какую-то, судя по звукам. Вы аккуратнее, мамка потом убирать эту посуду будет 1000 лет. Да, учиться страшно, но и невероятно увлекательно. Чему будем учиться? Кажется, мы, судя по звукам, будем учиться тому, как правильно работать мясником. Сегодня я хочу научить тебя считать до трех. А я уже умею. 1, 2, 3. Все, спасибо. Спасибо, не надо. Я воздержусь. Можно мы пропустим? Пропустим этот этап обучения, пожалуйста. Очень хотел бы. Ой. Так, эта свинка лежит... Эта свинка делает массаж папе. Она делает массаж ему, да, она хорошая. Лучше представлять, что поешь забавную песенку. Ну тут как минимум «Розовое вино 2», судя по всему. Это единственный саундтрек, который подойдет. Какая рожа. Я извиняюсь, а можно мы еще раз на этом сосредоточимся? Мне просто... Я не хочу такие кадры, поешь, знаете. Забавную песенку. Вот, забавная песенка, да, она делает массаж папе, все. Хорошая свинка приносит пользу. Посмотрите, пожалуйста. Пепочка, родимая! Какие салоны красоты ты посещала, чтобы вот так прекрасно выглядеть? Родная моя. Так, ребята, у кого-то зарядка есть? Кому надо зарядить телефон? Вот, пожалуйста, прям вот сюда. Вообще идеально просто. Все, и айфоны, и андроиды, все заряжает по полной программе за секунду. Мгновенная вообще зарядка, понимаете? Быстрее ветра. Так, хорошо. Илон Маск возьмет в разработку такие зарядные устройства. Ну, в общем... Да ладно, что ты плачешь? Она массаж делает, батя. Может, и тебе сделать, если хочешь. Ничего плохого ведь не происходит здесь. Просто делает массаж, варенье разлили. Что такое? Ой, давай, ой. Начнем с первой песенки. Давай научимся ходить вначале. Потом уже считать. С первой песенки? Тут еще песенки будут. Попробуй повторить за мной. Хорошо, давай, сейчас повторю. Я, правда, массаж так профессионально делать не умею, но я все, что смогу. Раз. Привет! Посмотри, какая у нас замечательная сестричка, да? Или я не пойму, или это мама. Не, ну это, наверное, свинка Пеппа. Вот это мама, да? Два. А то доченька выросла. Младший братик Джордж вообще в шоке. Этого говна. Ой, боже. Три. Ох, фига себе, вот это у тебя 40-тень. Однако. Да, все, спокойно, что ты орешь? Что, простите, там что-то еще было сказано. А теперь еще раз. Еще раз? Да хватит тут. Отлично получается. Да отлично у меня получается. 1, 2, 3, все, отстань. 1, 2, 3. 1, 2, 3, я умею, ну что ты пристал? Так, что ты там делаешь? А что она жрет? Там же ничего не было. Подожди, я ничего не понимаю. Секунду. Массажирует. Приносит пользу. Она не жрет, она массажирует. Наверное. Здесь никого нет, иди отсюда. Молодец, послушный. Замечательно. Младший братик Джордж, ты не мог бы, пожалуйста, утереть разъем для зарядных устройств? Я тебя очень прошу. Теперь ты можешь уверенно сказать. Такого говна я еще никогда не видел. Могу уверенно сказать. Могу считать до трех. Ну, здорово. Ребята, свинка Пеппа, она даже Балди обогнала. Лучший учитель математики.
Раз. Два. Два. Так. Три. Три. Вы не поверите. Итак, детки, сегодня мы научились считать до трех. Раз, два, три. А в следующий раз мы научимся, наверное, тому, что такое микроинфаркт, да? В прямом эфире. Что это за страстный Майнкрафт? Мид Кэньон. Это же тот самый чувак, который это нарисовал, в принципе. Мид Кэньон. У него фантазия работает что надо, я так понимаю. А сейчас я нахожусь на оригинальном канале Мид Кэньона, и тут, кстати, есть еще какое-то продолжение. Yeah, it's blue. Так, ты включил камеру, да, на синий. Привет, я Мид Кэньон. Я хотел бы сказать, что Марк Цукерберг не очень хороший человек, Недавно меня удалили из Инстаграма, потому что Марк Цукерберг ненавидит американские семейные ценности. Это эпизод Свинки Пеппы, который мы заслужили, ребята, да? Подписывайтесь на меня на Твиттере, Мид Кэньон. У нас тут куча веселых вещей, типа картинок того, как Том Брэди целует своего ребенка. И кто знает, что там еще будет. Вот с этим я, кстати, согласен, глядя на вот этот вот мультфильм. Кто знает, что там у него в Твиттере будет, ребят? Там может быть все что угодно. У американского правительства большие яйца. И еще у меня две новых рубашки. Ну, понятно, это, короче, какая-то рекламная тема, но я решил вам показать, в общем, как выглядит этот великий творец, который все нарисовал. Ну, он молодец, он талантливый чувак, потому что вот этот вот образ, например, вот этот вот образ, я хочу вот это еще раз увидеть, знаете, вот с зарядкой для айфонов, он у меня никогда из головы не выйдет, наверное. Я вот это запомню, думаю, что навсегда. Ладно, в общем, вот такая вот анимация. Надеюсь, вам было это интересно, если понравилось. Как это могло быть неинтересно? Посмотрите на эту мордашку, как она могла бы кому-то показаться неинтересной. Это хорошая свиночка, да? Детей учит до трех считать, умная, добрая. Если понравилось, то обязательно поддерживайте авторов, как бы переводчика, оригинального автора, переходите там, ставьте им лайки, подписывайтесь на их каналы и так далее. Также, если вам не трудно, здесь тоже ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики прожимайте, комментарии пишите. И на этом все, мы заканчиваем. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.